Далее о происшествиях. Нижнеудинский водитель грузовика сбил двух подростков. В результате дорожного происшествия пострадали 13-летняя велосипедистка и ее 10-летний пассажир. Дети двигались по проезжей части. Как показала экспертиза, водитель ЗИЛа был пьян. Количество алкоголя в крови превышает допустимую норму в 2 раза. На пешеходном переходе проехал и дальше со стороны магазина выехали девочка и мальчик на велосипеде. Я начал тормозить, но так как машина груженная, затормозил, но все равно повреждение ребенку нанес. Факт употребления алкоголя водитель отрицает. Сотрудникам ГИБДД пояснил, что выпивал лишь накануне и просто не выспался. Подростки с травмами госпитализированы в больницу.